сама по себе не нужна. Вот. Но в России живет очень много армян, граждан России, и жили всегда, и живут до сих пор. Вот чем им это? Они имеют, как правило, тесные связи со своими родственниками внутри Армении. Но это другой вопрос. Они, конечно, за то, чтобы в Армении с Россией были хорошие отношения, такое членство в Евросоюзе, не дай бог НАТО, это все отрезает. Но стратегически главное, это понятно, это Южный Кавказ, тут все ясно. Если на Кавказе будут контролировать какая-то третья сила, часть Кавказа, в данном случае Южный Кавказ, то это все предпосылки для военных конфликтов, для новой Кавказской войны. В какой конфигурации, это другой вопрос. Это, конечно, будет потеря России контроля над политического, геостратегического, военного над Южным Кавказом. Нужно действовать активно, ну, а дальше нужно разбирать там разные конфигурации. Одно дело сейчас Грузия, другое с Азербайджаном, третье с Арменией. До сих пор Армения была главным союзником. Сейчас усилиями руководства страны под Пашиняном это примерно переворачивает в другую сторону. Так что еще непонятно, что в самой Армении произойдет. Пока мне непонятно, но вам самим армянам тоже непонятно. Во всяком случае, московские армяне, те, кто я знаю, еще внятно сами не могут объяснить относительно того, а что происходит в Армении, что там произойдет, а не произойдет в ближайшее время. Все недовольны Пашиняном, и тем не менее он остается в своем кресле и при власти.